И всем привет! Я вас приветствую на своем канале Scorpion Games. Вот мы вернулись в игру. И сейчас я буду ковырять эти все двери. Сейчас я их просто разберу, чтобы время не тянуть, и посмотрим, что там внутри. Ну что ж, вот я разбил первый отсек, а здесь оказалась кухня. Кроватка, кстати. Ничего нет. Совершенно ничего. Кроме баночек, просто избегал еще немножко в этот мотоцикл, скинул там, что влазило в него. Так, яблочко. Пожалуй, банку просто заберу. Все. Блин, вот этот дохло ломился сюда. Так. На скраб пойдешь. Баночку возьму, пожалуй. И, пожалуй, тоже. Так, ну, блин, я-то ожидал таксиев, но что-то как-то неохота туда ломиться. Хотя можно. Так, понятное дело. Ну что ж, буду ломить дальше двери. Так, оружейка, блин, здесь так все злое, свет лучше выключить. Так, закрыто. Ну-ка. Скраб. Скраб. Так. Во. Так, это скрабнем. Что-то заберем. Вытащим пули. И тоже скрабнем. Значит, патронов немного потратил. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот есть такой прицел, я находил его для винтовки. Самостоятельно, по-моему, делать их нельзя. Хотя, может, я просто пока еще не умею. Но я не видел где, может, в этом верстаке в каком-то. Так, это на скраб пойдет. Патроны я эти буду собирать потом. Что-то с ними сделаю. Так, винтовка. Жалко, вот у нее прицела нет, может было бы снять, поэтому я просто скраб. А прицел, конечно же, оставлю. Калашников сделать с прицелом. Довольно-таки прикольно будет. Так, еще. Так, это у нас пойдет просто на медь. Ой, на медь. Так. Скраб. Все не влезет, не влезет. Шлемчик. Так, вот нас уже можно отремонтировать. Отремонтировать и скраб. Блин, стоп. Давай дальше. Отремонтировать и скрабник. Так, боеприпасики. Скраб. Заберу пока, потом скрабну. Так. Автоматик. К сожалению, не знаю на него рецепта. Поэтому. Вот такой дробаш, другое дело. Теперь я уже знаю. На него рецепт. Поэтому я могу его даже разобрать. Ух ты, калашничек. Жалко, рецепта нет. Интересные какие-то запчасти. Так, ну это понятно. А вот это что-то интересное. Ладно. Все равно я скрапну. Мне бы книжку просто. Ух ты. Ну да, я его ставлю пока. Думал скрапать. Так, что это за блок такой? Странный какой-то. Так, ярко, что... Так, еще пошли. Ничего. Мусорка. Натяжечка. Хочешь. Так, дружочек, ты пойдешь на скраб, по пульке пойдут на скраб.
Так, я тебя вскрою, заберу у тебя патроны, я тебя скрапну, а этот мы... И сначала я вскрою эту дверь последнюю, а потом скрапну эту. Так, вот еще два банана скрапа, пальки, медицинка, чисто. Так, странный этот блок. Ну да ладно, я даже не знаю, для чего он нужен. Так, говорим дальше. О нет, это дверь, еще одна дверь, блин. Придется еще тут ковырять. Там, наверное, скорее всего, шлина еще и не одна там. Что-то мне так кажется. Наверное, хранилище оружейное, скорее всего, здесь должно быть, по идее. Все, бита сталью, готовый бункер. Заходи, живи, только шипы вокруг поставил, все. Зомбики, наверное, не пробьются сюда. Может, там еще даже вход переделать. Чтобы прыгать там, допустим. Так. Перепрыгивать как-то там, или что. Я, конечно, так делать не буду. Если буду здесь что-то строить, то уже свое где-то построю. Айлинский, блин. Два оружиечка, вон ящичек внутри. Даже два сейфа есть. Так. Это кирка. Интересно, она все еще эффективна. 170, а здесь 117, да. Все еще эффективно. Даже в таком качестве. Кирка полностью износилась. Металл этот скрапнул. Так, ух, ёлки-палки. Хорошие штуки. Так, ну тебя сразу мы игнорируем как такового. Я знаю, как их можно использовать. Патроны, допустим, оставить где-нибудь там пакетики. А это все израсходовать. Ну, боеприпасы внутри. Так, скраб. Примонтируем. Скрапаем, короче, да и все дела. Так, вот тебя отремонтируем. Скрапнем. Скрапнем. Тоже скрапнем. О, вот за такой прицел я говорил. Так, так, так. А может я сейчас хантинграфию заставлю? Отлично. Ну-ка. Так, надо. Надо что-то куда-то сложить. Чтобы было место туда разбирать. Так, а ну-ка. Разберись-ка полностью. Так. Не та часть. Может. На какую часть надо навести? Или это оружие, блин, ну, с прицела не ставится? Да ладно. Блин, не может быть. Нет. Прицел. Так, АК. Что-то там. Ага, понятно, не та. Винтовочка, да не та. Но если на хантинг крафтов не ставится, к сожалению. Я же было губу раскатал. Ну да ладно. Раскатал так раскатал. Все равно, да? Какую запчасть не бери, все равно. Ну что, блин, без запчасти не ложится. А я не выбрал. А давай, блин, что за слово много такое. Верните мне, пожалуйста, боеприпасы, автоматы, винтовки. Так, ну-ка, что, чем нас покормят здесь фигнёй? Так, ух ты, блин, насыпали. Скраб, скраб, скраб и скраб. Так, для
прям места нету. Ох, неохота бежать за... Значит, просто скрафтим. Так, сейф. Так, ну дайте мне книжку на калашник. Ага, сейчас, две книжки, не хочешь? А лучше три, блин. Так, иди сюда. Тот же самый процесс. Так, ну-ка. Поставим-ка этот ящик на пол. Так, распетрушим меня, к сожалению, много места нет. Ну, сколько есть. Строительный магазин. Так, скраб. Выкинем. Скраб, скраб, лизнем. Еще разочек. Так, пулечки, он уже нехило накидало пулечек. Так, это тоже на скраб. Так, винтовка сейчас выпадет. Ну, в принципе, я ее подниму с пола-то и все. Ну-ка. Дай-ка мне свои патрончики, во. Так, что там еще выпало? А, места нету. Места нету. Так. Почему бы скотч не запилить в таком случае? Тряпочки есть. Вот и отлично. Так, теперь следующий, блин. Самый интересный сейф. Так, это я лутал. Что там? Это просто типа... Это просто как вентиляция. Муляж вентиляции. Ну, игра сжалится надо мной. Дай мне книжку. Блин. Банан тебе, не книжку для калаша. Ну, что есть, то есть. Так. Вот это я оставлю. Это для heavy weapons. Так. 600 у меня уже есть на этом, так что мы его просто скрафтим. Параметры сравним. Так, этот enemy damage 494. А этот сколько? 456. Но он хуже. Хуже у него запчасти. Этот. Я думаю, это примерно, ну, то здесь 10 патронов в магазине лазит. А тут 8. Разница налицо. Так, отлично. Берем наш дробаш. Хочу им попользоваться. Заряжен. Тут еще зажигательные слаги. Так, ну что ж, поднимаемся на... Так, здесь лутано, лутано. Поднимаемся наверх тогда. Так, вот, мне вот интересно, а там есть лестница, а так она тут вообще везде есть, лестница, вот этот вход в пистолет этот, забавно сделано, на самом-то деле. Что там скрывается так, за такими дверями, просто крыша, просто крыша, это было здесь что-то есть. Интересно, тут просто крыша банальная. Интересное здание с двором таким. Так, вот там мы не долутали вот это здание все-таки. Церковь, не церковь, что церковь, это церковь. Не думаю, что там есть что-то интересного. Ладно, спускаюсь тогда вниз. Я вот что подумал, может в это соседнее здание заглянуть. Склад. Бензинчик есть. Тут просто клондайк. Ящиков целая куча. Так, СМГшечка. Так, что у нас где? Где скраб? Я потом себе сам патроны сделаю, какие не надо. А пули выпали, да, на пол, конечно. Где их искать теперь? Да ладно, блин, что, исчезли, что ли?
И хрен с ним тогда. В таком случае. Такое ощущение, да не такое ощущение, вон дверь. Аккумулятор? Аккумулятор, говоришь? Так, еще автоматик, который я же, конечно же, не могу. Дай-ка аккумулятор сюда, пускай тут полежит, может быть, когда-нибудь я его заберу. Так, включаем освещение. Еще один бункер. Или это не бункер, а просто подземное хранилище какое-то. Это что за фигня? Асфальт? Чуть не понял. Проходим дальше есть. Первый раз такой вижу. Спам какой-то странный. Жалко, пролезть нельзя. Как это? Под поврежденными блоками можно лазить в один кубик, нифига себе, не знал. Вот это новость. Так, сейф. Так, ну книжку на коллаж, да? Блин, банальная книжка. Так, блин, не ту кнопку нажимали. А хорош там, блин, тыкать не туда, куда надо. Так, этот сейф маленький. Ладно, разобью. Я даже перестарался. Так, это мы знаем. Это я знаю. А вот на вот этот тоже знаю. Ух ты. Я думаю, что не знал. Ну ладно. Странная такая подсобка. Для чего столько много спускаться вниз, и такие переходы непонятно в куда ведущие. Странно, да, как. Ну сюда раз разогнусь. Ну что? Какие еще ящики есть открыты? Чтобы не ломать ничего. Закрыть там. И прям как индейцы какие-то поющие. Так, ну этот, пожалуй, значит, рассыпется. Так, мясо, семена, вот это я съем. Это я заберу. Это я скрапну. Остальное пускай разлетается. Ладно, еще сюда загляну. Хороший момент. Чисто скрап. Ух. А вот с этого момента, пожалуй, чуть-чуть поподробнее. Так, не, вот этот прицел мне нужен. Так, пока вот это оставим здесь. Так, тебя мы оставим тоже пока. Что? Пульки нужны для этого оружия. Так, это так. Разберем. Хватит места? Нет, не хватит. Может, я не так делаю? Ага, а не то. Не то. Еще разочек попытка. Вот. Скинем ствол. Так, это разберем. Так, где-то я вот она. Что-то надо добавить. Механизм. Блин, вот же он. Повылазило, что ли? Так, и приклад. Ну-ка. Сколько патронов? 15. Плюс оптика. Шикарно. За этим я сейчас, конечно, вернусь. Блин, аптечек этих, ну, с аптечек говорю. Зомбаки ломали дверь. Кстати, где все зомби? А, вон, рейдер ходит.
Ну-ка, ну-ка, иди сюда, иди сюда, дружок. Кажись, пробрал его. Все-таки у меня фиг знает, какой по раз попадание. Так, дубиночка, наверное, тебе и задание. Опа, перчатки хорошие. Ну-ка, одни-ка. Отмонтируй. Скрапни. Надо три зомбака убить этой дубинкой. По заданию. Так, сколько там 14 патронов еще есть? Три зомби сидели. Блин, продохнуть от них нельзя. Это, блин, никого нет. Алло. Зомби, вы куда пропали? Так, еще скрабик. Масло. Банка. Пускай валяется. А ты посмотри, никого нет. Еще перезайти, блин, на этот вот. Начали зомби спауниться. О! Здорово, подружка. Там мы не виделись. Что там в тебе? Ну-ка. Ничего. Здесь тоже бункер есть, кстати. Небольшой. Ну как бункер? Это не, даже бункером не назовешь, а так. И получается типа хранилище для топлива. Большой бак. Если его разбить, там внутри должны быть бочки с топливом стоять. Ошибаться. Нет, не ошибаюсь. Вот они как раз и есть. Брать мне их... Я умею с людьми делать? Умею. Давай сейчас переделаем их на бензин. И скинем мотоцикл. О, да. Так я и думал, что хрен вылезешь теперь отсюда. Выпустите. О, нет. Ловушка. Да как вы, может, ты вешал, бьешь эту ступеньку? Вруби же, блин, ступеньку, пожалуйста. Что-то упало, да не то, что надо. Придется асфальт. Так как ты не стал? Кости-кости-макости. Сковыряем асфальт, сейчас, может, так вылезу. Ступеньки. С каждым ударом все выше и выше поднимается. Это недостаточно высоко. Так, да. Ну-ка. Не, нифига. Надо сносить асфальт. Мне охота просто делать. Есть какой-то? Ну? Вышел, наконец-то. Здесь, по-моему, тоже бункер есть. Такая себе неприметная будочка. А внутри должен быть вход бункера. Да, но меня одно интересует. Где зомби делись? Нет никого вообще. Шаром покатили. Закрыто, нет, открыто. Гвоздики, масло. Ничегошеньки. Так, стоп. На голову зомбик не свалился. А тут светло как внутри, офигеть. Но припас еще имеется. Еда. Хлебушек? Что это такое? Медвежачий. Пирог с медведя, короче говоря. Окей. Сам я его еще ни разу не делал. Даже не видел, как он выглядит. Попить есть?
Есть только пустая банка. Так, в принципе, что тут? Закрыто, все порассыпается, когда откроешь их. Тумбочки типа у каждого. Ни одного выжившего тут нету, даже трупика. Ну, даже значок еще остался с этого вот, с пирога. Появился значочек. Ладно, сейчас постою, пускай он восстановит силы. Походу с этим с иммунитетом у него два раза быстрее расходуется это вот выносливость, не выносливость, а вот это вот соль. Он, в принципе, и так быстро восстанавливается, уже 19, 20 и пойдет. И единственное, не понял, где все зомби делись. Рецепты дадите на калаш? Баксы. Не дают рецепта. Так, зачем мне портал был за исход? Так, ну хорошо, я сейчас вернусь в мотоцикл. Вот забавно выглядит. Похоже немного на автомобиль. Ну, в смысле, ее так и делали, как автомобиль. Это прицеп, походу, к этому автомобилю. Здорово, водитель. Что у тебя есть? Скраб. Ну, сиди дальше там. А что, в этот багажник входа есть? Грузовое отделение. Прицеп. Коробка. Это сверху там, наверное, можно залезть. Ну-ка, вскрывай. Так. Ну, тоже еще полутать, в принципе. Нет, ничего не надо. Сюда заглянем лучше. Тут прям кухонька целая, передвижная. Ух ты. Ух ты, ух ты, так кушать не хочет, не хочет, затопить хочет. Хлоп, есть. Кукуруза, вот нет, пожалуй, я возьму. Так, эту фигню я скрапну. Место освободить. Тогда я ротопу этот можно взять. Блин, где зомби, я вот этого понять не могу. Мне ж надо патроны освободить и достать оттуда прицел и скрапнуть его. Потому что я сам могу, у меня полнейшая сука на базе. А если и нет, то я скрапчу. Надо побегать немножко зомби поискать. Чтоб спаун начался, что за фигня такая. То шаг уступить нельзя, чтоб коп или собака на тебя... А, рейдер. Вообще нифига не приближает. Да мне просто, я бы приближение включил, но у меня, блин, на мышке кнопка не работает. Ролик, он еще дальше делает, дальше. О, у меня все-таки нормально. Хедшотик проходит. Ты, блин, моднявый такой был. Ё-моё. Так. Пули я выложил, походу. Еще один бустер. Пожалуй, съедим. Так, кушать он не хочет. Нет, опять не хочет. Блин, уже камни есть. Так, эти патроны сейчас выложу. Пистолет разрядил. Скрапнем его. То же самое проделаем. Верни моё. Зомби, блин, где? О, наконец-то хоть кто-то. Я даже еще умудрился голову попасть в такого расстояния. О, ты смотри, чисто засыпанного пулями. Так, все? Все, так, надо в копы сейчас положим. Ой, блин, ну спасибо, конечно. Так, мне из тебя нужен только прицел. Остальное, блин, не туда нажмякал.
давай это. Еще боеприпасы. Неплохо она так копа на самом деле за. Как так он исчез? А что я туда в него уложил, я его забыл. Патроны. Хорошо, вот есть эти прицел при мне. Голова садовая, я вообще забыл, что я туда положил. Ну ладно, исчезла так исчезла, что тебе сделаешь. Ну-ка перемешайся-ка. Так, прицел, самое главное, чтобы прицелы остались. Так, дубиночку сюда. Еще одного зомбика надо поискать, даже троих. 8 часов уже. Что так, блин, время летит? О, конец-таки. Эй, Вася, иди сюда. Ого. Начало лагать. Пошел спаун зомби 100%. Даже по ним попасть не могу. Да давай, добивай его. Наконец-то. Так, гизочки. Скрапли. Ух ты, блин, испугала меня. Женщина, вы что так подходите? Ну-ка. Есть задание выполнено. Так, и что мне такое следующее задание дадут? Какого странно? Да, значит, скраб. Пусть мне... Но все равно что-то как-то странно. Зомби вообще, блин, практически можно сказать, что их и нет. Ничего не убирал. Я даже игру не выключал. Я просто остановил запись и начал по-новому. Ничего не понял. Зомби все исчезли. Так. Странно, странно. Опа. Подарок себе. Еще топливо. Ну-ка, переделай. Так, сок. Хочет пить. Кофе нафиг не надо. Так, вот здесь у меня был, в этом вроде как был вот этих. Что вот это такое, я не понял. Вход к метро? Да ладно. Да ладно. Точно метро, блин. Ну, в смысле, естественно, что они... Поезд, конечно, тут нет смысла ждать, но факт... Факт остается фактом. Что это метро? Двигающий ключик. Механика парс никто не отменял. Хотя меня там дофига уже в этом на базе, но механика парс, по-моему, много не бывает. Та же самая, как и меди. Так. Просто скрапнем. Ничегошеньки, бумага. Да. Так, 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 оно. Типа завалено этим вот. Ну там вроде как проход есть. В смысле, пустота. Смысле, дверь ломается. Все равно дверь ломается. Хочется посмотреть, что там дальше. Да. Просто ничего тут нету, хоть железо пособирать. Просто глупого. Да, скорее всего, там ни черта нету дальше, просто так сделано. Ну, забавно, забавно. Первый раз такое вообще вижу. На самом-то деле.
тоже закрыта. Органы. О, унылый чувак. Так, возьмем, скрапим. Даже берем скотч. Так, это просто скрапнем, уже демонтировать на него. Здорово, чувак. Ничего у меня нет. Уже только мы. Так, уже 9 часов, ёлки-палки, так время обычно бежит. Так, вот комната управления типа. Так, так, так. Блин, вот не, хоть убей, не помню, что туда положил. Ну что-то я туда переложил, чтобы... Так, это скручивать не буду. Даже трогать ничего не буду. Так, спалить, если ерунда. Выход в метро. Вот так. Куда вот это, если повезет? Так, я упал. Вроде туда. Угу. Кафе тут. Дверь закрыта. Ну ладно. Кожаные кресла дофига. Не буду я туда ломиться, короче говоря. Так. Вот, тогда давай. И это, пожалуй, давай. Ну что ж, как зашли, так и выйдем. Блин, темнеет уже. Осталось его нет. Сегодня ничего до конца ночи. Ой, до начала ночи, до конца, блин. Раскатал губы до конца ночи. Так, вернемся к мотику. Да не только к моту, потому что еще эти лежат. Оружие в ящике. Так, все сюда можно запихнуть. Что я сюда могу положить? Вот это могу положить, освободить место. Так. Масло, например. Или ремкомплект его скинуть. Уже освободилось два слота. Вот, кстати. Уже неплохо. Сгоняем, заберем калаши. Винтовки. Что-то мне там оставил. Нет. Ага, прицел. О, еще все и лезло, отлично. Так, топляк. Топляк. Ну-ка, мужик. Побежи. Я бензинчик сделаю. Куда лесенка ведет? Ага. Ясно? Дело ясно, что дело темное. Надо ехать к этой мини-базе, которая здесь есть, в городе. Только я не отметил, где она. Придется еще искать ее сейчас. Ну-ка. А то не хочется как-то встречаться с зомбями ночью. Ну все, блин, хотя и все равно нет никого. Куда они все пропали? Что, библиотека? Ладно, зомби один фиг нет, а тогда я буду лутать. Если что, у меня есть чем отбиться. Что, наверное, уже увидимся утром. Мы только что начали стрелять где-то тут совсем рядышком. Как раз ночь наступила, начали с пострелушки. С
Стало быть, райдер. Значит, есть кого стрелять. Опа, вот и коп. А вот и коп нарисовался. Чуть как-то неохота с ним встречаться-то ночью. Если честно говоря. Ну ничего. Ладно. Пускай он ходит здесь, а я буду здесь ходить. Блин, все-таки не удалось там пересидеть. Приходится активные действия проявлять. Да, тебе. А вот тебя Ферала никак не ожидал увидеть. А что совсем никак не ожидал тебя здесь увидеть. Так, свалил, свалил. Кажись, убил. Нифига не убил. Блин. Твои патроны кончились. Ух, нифига, он пульнул у него. Там поди ты. Есть. Есть еще один. А сколько патронов осталось, не вижу. Десяточек. Ух ты, блин. Заткнись. Муги. Фу, блин, еле отбился. Привет. Так, пульки. Что-то мне неохота больше в него что-то ложить, чтобы оно опять исчезло. Если честно говоря. Так, ты еще есть не хочешь? Блин. Так, пластик вот можно туда скинуть. Так, это скраб. Бумагу сюда, это сюда. Нормально. Что у тебя есть? Ничего. Так, коп, отдай сюда. Отдай сюда пульки. Ух, это Ферал, наверное, был. Так, ладно, сейчас. Что у меня тут по месту? Хватает места. Простите, так. Заберем вот эту фигню. Как мне кто-то прибежит, как надоед по горбу, блин, пока я тут буду мутаться. Это будет самое интересное. Ну-ка. Ставка. Блин. Дайте ко мне молоточек. Я вот что думаю, мне ж этот можно... Бензин-то выложить. Во. Мотоцикл даже можно заправить чуток. У меня еще арбалет на собой есть, а еще и стрелами. Так, какие тут стрелы? Особенно ночью, блин, как раз только со стрелами бегать. Не да. Ферал, ты бин... Не мог что-то получше дать? Если это Ферал, конечно, был. Скраб не нет места для этого. Так, изучено. Так. А, давай, скрапай. Не стесняйся. Это тебе ставь. Все-таки кто-то из них был Фералом. Ну да ладно. Так, вот она. Ну, молоточку уже синий получился, нехило. Главное, на зомбо-медведя не нарваться, все остальное это фигня. Ладно, я пошел дальше улутать. Тогда. Наконец-то мои мольбы были услышаны. Теперь я могу делать коллаж. Отлично. Ну-ка. А, слава богу. Пистик я уже давно знаю. Так. Ну-ка, коллажничек. Так, ну это надо. А, ну патроны с ним я могу вытащить и так. Так, мы тебя на скраб пустим. Блин, ты не туда тыкаешь ты. Ну да. Краб, отлично. Так, а теперь снайперский запилит калаш. Ну-ка. Ассемблер. Так. Пока что там.
Ага, это типа с увеличенным магазином, отлично. Можно еще больше, 60 патронов, наверное, у меня будет валить. Так, сделаем просто пока тогда. С прицелом калаш. Так, не разобрал запчасти. Ну-ка. Где меня его? Так, что там еще надо? Так. Магазин, который я не взял. Приклад нужен, да. А центральная часть не нужна. Вот это вот. Пусть. Ну-ка. Блин, не ты кнопку. Так не ту кнопку нажимаешь, что за фигня. Так. Ну теперь можно очередями по 30 патронов лупить. Здорово. Еще бы на снайперку найти, чтобы мне патроны достать. Ну ладно, буду продолжать, может повезет. Вот еще на кевларовую броню нашел этот нагрудник. Отлично. Эту дверь я уже знаю, но знаю. Но ножик это уже знаю. Еще дальше, может повезет, еще немножко осталось места. 3-4 полки еще есть. Может повезет на снайпу. Только сказал, заглядываю в соседний ящик, и вот тебе, пожалуйста, сразу на снайперку. Отлично. Так, это я знаю. Блин, надо скрапать. А, вот и на удочку, отлично. Наконец-то я могу порыбачить. Может, речка есть? Так, ну это... На этот вот. Сколько бумаги, офигеть надо. Здесь. Райфл, шмайфлс, я не буду здесь все качать. В смысле... Слишком много этих вот, которых я не без прокачки. Это очень плохо. Не будет много. Пропускаю этих вот очков навыка. Так, это мне все не надо. Вот это скрафти, пожалуйста. Отлично. Ох, монетки. Не уже скрафать, забирать, ну ладно. Пошел дальше искать. Вот на бензопилу еще нашел. HD. Так, это мы знали. Это сразу на скраб уходит. Так, видяшка тоже на скраб. Это тоже на скраб. Места нет. Мы это заберем. Так. Ну ладно, еще дальше. О. А вот и поножи на кевлар. Кевларовые. Отлично. По-моему, уже... Так, это я знаю. Это по-любому знаю. Возможно, лучше уже полный сет брони, может быть, это кевларовые. Надо будет на базе потом посмотреть. Так, к сожалению, книжки больше не выпало. И вообще, вообще непонятно, зомби просто нет в городе. Где-то появились пару инвалидов. Все, связано понятно, но вот. Нет, о, продвинутый костыль. Так, возьму, пожалуй. Баночку. О. Вот это давай, и побольше. Ну все никак есть не хочет. Так, цепочка, я ее сам буду делать даже. На станке. Так, медяшку. Это все пускай валяется. Так, езднем. Зайдем сюда. А теперь сюда. Ну-ка, дайте-ка еще рецептик. Да, рецептик, да не те, что надо. Гаечный ключ. Один пулька. Один пулька не надо. О, я слышу зомби. Мне показалось.
Странно, может, показалось. Все, проедем. Блин, перепрыгнет этот камешек. Чего мне бояться с автоматом, блин? Пускай дом и меня боятся. Блин, ты да издеваешься? Ушло какое-то мне. Ух ты, блин. Вот там движение какое-то есть. Было, по крайней мере. Черта не видно. Так, а фонарик у меня есть там с собой? Жалко, что нет. Ну кто-то здесь явно взорвался. На мине. А вот, кстати, тушка его. Да-да-да, именно так. Так, пушки давай. Вот сюда лучше масло положу, оно не такое важное. Блин, а патроны-то куда? А, патроны есть куда ложиться. Ну-ка. Ощущение, что где-то кто-то шнырит тоже. Блин, плохо, что эта каска довольно-таки плохо освещает вдаль. Нет регулировки, допустим, чтобы... Ну как, на настоящем фонарике можно подкрутить. Допустим, было пятнышко меньше, но дальше светило там такое. Ну где кто? Алло. Я уже сейчас мотоцикл свой потеряю, блин. Еще одна библиотека. Да ладно, наверное, я буду заканчивать видео на этой ноте. Опа. Вдруг оттуда не возьмись? Появился зомби, блин. Да еще и не один. О! Ух ты! Еще рейдер где-то за... Ух ты, блин, патроны кончились. Да, иногда надо проверять свой запас. Ты сломался? Ну ладно. Какого, блин, она не заряжена? Давай дробовик еще. Думал, что я сейчас лечу вместе с ним в космос, блин. Так он прилип ко мне, блин, не отходил. Так, масло давай. О, вот это я, пожалуйста, кратно. Так, а вот и моток. Интересно, сколько бумаги здесь влазит в один стак? А калашик-то поломался, блин. Ну-ка, припарь-ка его. Это другое дело. Сколько он там наносит? 193, неплохо. На самом-то деле. Так, это уже гаврики выполнены. Где-то здесь еще были пару гавриков. Ага.
заряжайся, давай, блин. Готово, ты? Ну что за бродячий рудай сразу? Я такого не видел. Блин, влетело. Так, сколько потом осталось? 74, еще хватит. Так. Готов. Они вот его я сейчас готов буду. О, нет. Так, переключайся. Так, что-то с ним случилось, а я попробую получить. Да хорош. Сдохни, тварь. Блин, блядь, поломался он. Слава богу. Фух, ну я думаю, хорош, наверное, судьбу уже испытывать. Так, блин. Фух. Все патроны, блин, почти расстрелял. Офигеть можно. Так что, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.